С этого года Росреестр будет проводить госрегистрацию прав по некоторым видам сделок с недвижимостью только после обязательного нотариального удостоверения. Прежде всего, это сделки с участием недееспособных или ограниченно дееспособных и несовершеннолетних. Нотариус потребуется и для осуществления сделок с долями недвижимости. Если некий Иванов продает, а там Петров и Сидоров еще совладельцы, Петров и Сидоров либо должны отказаться от преимущественной покупки, либо воспользоваться в течение месяца с момента, когда они узнали, что этот объект продается, и выкупить эту долю в праве собственности. Вот при удостоверении данного согласия на либо на отказ, допустим, от права преимущественной покупки, нотариус разъясняет последствия. Каким образом это может сказаться в случае перемены, допустим, одного из совладельцев? Соглашение о разделе имущества бывших супругов тоже фиксируется нотариусом, который, кроме всего прочего, разъяснит сторонам последствия его подписания и проследит за тем, чтобы соблюдались интересы обеих сторон. Это дает гарантии обеим сторонам, супругам бывшим, что уже не возникнет спорной ситуации по разделу этого имущества, которое стало предметом вот в этом договоре. Нотариус, удостоверяя сделку, ведь проверяет не только добровольность волеизъявления, их истинное намерение, понимаете, и соответствие того, что написано в договоре, их воле. То есть это единственный орган, нотариусы, которые наделены такими полномочиями. При этом цены на услуги специалистов, заверили в нотариальной палате, не станут выше. Те услуги, которые прописаны в законе как обязательные, в том числе по продаже долей и разделу имущества, регулирует государство. Это 0,5% от суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20. И плюс, ну, правовая техническая... 20 тысяч, простите. И плюс правовая техническая работа, это до 3 тысяч, это от зависимости от сложности договора. Как показывает практика, услуги нотариуса по оформлению сделки с квартирой в несколько раз дешевле услуг риэлторских агентств. При этом нотариус несет материальную ответственность за свои действия, она прописана законодательно. А вот риэлторы выполняют чисто посреднические услуги и не несут никакой ответственности. Главная же цель последних изменений в законодательстве – прежде всего обезопасить граждан. И не только от мошенников, но и друг от друга. Наталья Чудина, Евгений Бояринов, Вести Хакасия.